Пернатое пополнение. В Ивановском зоопарке исключительное и долгожданное событие. У пары стерхов появились птенцы. Родителем стал самец пара, участвовавший некогда в программе «Полет надежды». Не только для Ивановского зоопарка, а вообще в целом для России, поскольку популяция вымирает, это вообще большое событие. Тем более мы это очень событие ждали. Еще если учитывать, что данный стерх, самец, пара его зовут, участвовал в полете «Надежды» с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и летел первым за ним. Плюс еще имеет единственное кольцо на лапе триколор. По моим сведениям, мы четвертый зоопарк, в котором вылупляются стерхи. Вот. Но многие зоопарки отдают яйцами в питомник. В питомнике там уже их искусственно инкубируют, доращивают. Вот. Но мы стараемся это делать все естественным путем. Пара и его самка Васюган вместе всего 2 года. Сотрудники зоопарка признаются, так рано пополнение в их семье не ожидали. А в итоге на свет появились 2 птенца. Смотрим птенец. И так как было 2 яйца, а птенец вывелся, который первый, соответственно, мы понимали, что будет 2-й птенец. А в природе у стерхов, значит, вылупляется, когда 2 птенца, выживает только 1. Так как еды очень мало в природе, ее тяжело находить, и достается только кому-то одному. И, соответственно, чтобы досталось все самому сильному, самый сильный в природе, к сожалению, всегда убивает младшенького. Чтобы сохранить обоих малышей, сотрудникам зоопарка пришлось их разлучить. Приемными родителями для младшего птенца стала пара серых журавлей. Своих птенцов у них нет. Малыша приняли как родного. Они очень ждали долго этого момента. Вот, и теперь являются очень прекрасными родителями. Кормят, защищают, поят. Они вводят их персонально, птенца подводят к еде, показывают им, что вот это еда. Берут клювиком и кормят из клювика в клювик. Птенец еще долго сам не сможет есть. Они ему передают именно еду из клювика в клювик. Стерхов в заповеднике принято называть в честь места их рождения. Птенцам дали имена ивановских рек – Теза и Ирмис. Маленькие стерхи окрепнут, подрастут, и осенью им предстоит повторить перелет родителя. Возможно, с еще большим успехом. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.